уверен, что дело было именно так. Оказавшись под влиянием волшебных чар при знакомстве с первой единицей на полной выборке, вероятнее всего, Сергей решил усугубить аффект и двинуться в сторону абсолютных решений. Им была заказана бритва у Романа Григорьевича, которая у меня, у человека, который какое-то количество бритв увидел, я вам скажу, оставила особое впечатление, это точно. Это в абсолютном значении этого слова колоссальная бритва. Для того, чтобы правильно подвести к ее, будем так говорить, экстерьеру, для такого предварительного сравнения я покажу бритву, которая принадлежит мне. Великолепных классических форм бритва на выборке в размере 15/16. У меня она, скажем так, я точно так же, как и Сергей, вероятно, и не только Сергей. Я, естественно, тоже попал под влияние этих самых волшебных чар. И попал настолько основательно, что до сих пор это единственная бритва, которую я применяю по прямому назначению, другими словами, бреюсь, а бреюсь я каждый день. И, кстати сказать, поскольку вот эта бритва, которая мной, как не любителем, ну, не то чтобы не любителем, но не мое это решение клины, это бритва, которую я точил по классике, без изолент, без ничего, понравилась в работе, она имеет классический вот этот мыльный рез, за что так эти все клины и любят. Но лежит без дела благодаря, опять же таки, этим чарам. Продам за $50 любому желающему. Там еще одна бритва из бюджетной серии осталась. В данном случае у нас это Буле Гарантии, если я правильно произношу первую букву. У меня еще есть истинный Дюма, там 63 номер. Его тоже за $50 отдам. Для тех, кому интересно. Но я по ним там отдельно сниму репортаж. Вернемся к основному содержанию. Итак, еще раз. Вот бритва. Она выполнена из... Оправа выполнена из рога. Клинышек кость. И вот такой клинок. Ну, посмотрели, запомнили. Данная бритва весит ровно 70 грамм. Сегодня не поленился. Взял весы для того, чтобы произвести контрольное тарирование по массе. У меня уже рука болит. Так точил ее. Без лишних проволочек. Собрана на роговой... прошу простить. На костяной оправе кость. Восемь миллиметров ширина обуха, общая масса 127 грамм. И вот такое решение. В данном случае это четвертная выборка. Максимально приближенное решение к решению клин. Вот на вот этом схематическом изображении вот эта четвертная выборка. Что она дает? Она дает возможность оформить вот такую... Посмотрите, что творится. Я даже не могу навести фокус. Вот такую практически незримую фаску. Это архи тяжеленная, архи солидная
впечатляющая вещь. Если когда-то доводилось видеть, а точнее сказать, находиться в непосредственной близости, видеть это одно, а вот находиться в непосредственной близости, вот вышла новая модель, я, к сожалению, с одной стороны потерял особый интерес, а с другой стороны я в модельном ряду не очень ориентируюсь. У Rolls-Royce есть новый внедорожник, будем его так называть. Вот это, наверное, нечто подобное. Даже несмотря на такой, ну, я не хочу сказать монструозный, для этого слишком она слишком идеально выполнена. И несмотря на крупный габарит, соблюдены классические пропорции, классические формы, вот этот горбик на обухе, барберский, вот этот барберская выборка. Видел я решения большие от Weyden Butcher, классические, они реально большие, конечно, тоже, они плюс-минус в таком, но это крайне солидная такая основательная штуковина. И очень тяжелая. Просто очень тяжелая. А теперь прошу смотреть внимательно, с какой легкостью оно будет рубить волос. Поскольку, опять же таки, фасочка здесь не то, что там в соболиную бровь, она просто от человека-невидимки досталась наследство. Ну, классно начал. Не, сейчас лишний раз дерну, потому что я, естественно, предварительно проверил. Все было очень и очень хорошо. А еще волосы разные. Я думаю, 10 раз будет достаточно. И точно так же назад. Так и хочется сказать: ух! Это действительно ух! Колоссальная вещь. Мои искренние поздравления Сергею как законному владельцу. И не менее искренние комплименты Роману Григорьевичу. Крайне красивая вещь. Крайне солидная, крайне значительная, колоссальная, прекрасная штука получилась. У меня же на этом на сегодня все. Уже на сегодня точно все. Так что до скорых встреч в эфире. Пока.